Ну вот, друзья, пятая неделя, пятая передача из цикла «Как правильно отдыхать вдвоем». Я надеюсь, что вы просмотрели все четыре предыдущих. Я надеюсь, что вы сделали выводы. Я надеюсь, что вы осознали, что тренировки на отдыхе – это не то же, что тренировки в Москве или где вы живете. Неважно, я просто апеллирую постоянно к Москве, потому что я живу в Москве. Вы должны понимать, что отдых – прежде всего отдых. Но если вы профессиональный спортсмен, вы не хотите потерять свою форму. Если вы на отдыхе решили приехать в Москву или домой себе во Владивосток или в Улан-Удэ и удивить всех, как вы прекрасно выглядите, а не мешками алкогольными под глазами и прочими прелестями проведения неправильного отдыха, я думаю, что наша передача самое то, что вам нужно. Если вы отдыхаете в Таиланде, вы знаете, где найти ребят. Если вы отдыхаете в любой точке мира, и вы вместе с любимым человеком, смотрите наши программы в интернете, используйте их как подспорье. Я надеюсь, что вы будете становиться сильнее, красивее и умнее. Вот это я про себя. Итак, у нас день пятый. Поехали. Сегодня последняя тренировка, пятая была. Сереже я дал тренировку на спину. Немного раскачали широчайшие спины небольшими весами. Начали мы тренировку с шрак. Это трапециевидная мышца. Сделали со штангой весом 55 кг. И добили гантелями их по 20 кг, тоже на 20 раз. Три подхода. Сделали становую тягу весом 55 кг. На 8 повторений 4 подхода. И после чего начали делать тяга верхнего блока небольшим весом на 20 повторений. Пресс на турнике коленками и растяжка спины. После чего следующий сет мы сделали полувер 15 килограммами, пресс на полу, велосипед,
тоже 3 подхода по 20 повторений. И другой сет, монотяга верхнего блока одной рукой, потом второй рукой и опять растяжка спины. Достаточно, думаю, на пятый день занятий для людей, которые пришли на отдых. То есть не сильная тренировка, но интенсивная. Что скажешь по поводу пятой тренировочки? Ты знаешь, пятая тренировка такая же, как и предыдущие 4. В принципе, на убой, но чувствую себя отлично. Я не устал? Нет, не устал. Нормально, сил хватит. Все отлично. Я сегодня провела с Викторией функциональную тренировку, где мы проработали практически всю группу мышц. Делали мы каждое упражнение по 45 секунд, 12 упражнений у нас было в кругу, и между каждым упражнением у нас был отдых 15 секунд. Начали мы с вела на полу, потом сделали бирку с боссу, горизонтальные ножницы, прыжки с касанием пола одной рукой и поочередное опускание ног с помощью лавки. Это мы сделали, получается, на один подход. У нас, получается, эти упражнения мы повторили еще раз. Итого у нас получилось в круге 12 упражнений. После мы сделали 3 упражнения, подсекли нашу ягодицу. Это были у нас боковые подскоки на 20 повторений на каждую сторону. И жим лежа поднятие бедер с отягощением. И закончили все планкой. И под занавес мы повторили все функциональные наши упражнения. Опять 12 упражнений в одном круге. 45 секунд делаем каждое упражнение, 15 секунд между упражнениями. Как себя чувствуешь? Жень, спасибо тебе большое за тренировки. Я довольна результатом. Было абсолютно комфортно. Это никак не мешало отдыху. И очень много новых упражнений я узнала для себя. Спасибо, пожалуйста. Я еще добавлю. Дело в том, что тренировки длились не больше часа. Регламент у нас час тренировок, не больше, не меньше. И в конце наших тренировок мы опять сделали замеры, по которым будет видно, сейчас я озвучу. У Сергея прибавка 1,6 кг мяса, сгорело 300 грамм жира, вот, озвучу. А у Виктории, сейчас открою, Виктория похудела на 300 грамм жира, прибавила, получается, 1,4 кг мышц. И замечательный результат. И все это благодаря частному приему пищи, и причем не жирной, а свежей. Достаточно тут морепродуктов, курица хорошая, яйца, капуста, салаты. Достаточно часто питаться маленькими порциями, и человек меняется, плюс хорошая физика. Спасибо вам, друзья, за ваше терпение, за ваше внимание, за то, что просмотрели все наши 5 программ. Я думаю, они поспособствовали вам не только в том, что вы стали лучше, физически сильнее, укрепили ваше тело. Они помогли вам больше времени находиться вместе, больше времени провести правильно. Смотрите наши программы, занимайтесь спортом от вашего лица. Я себя лично хочу поблагодарить Володю Загаду. Володь, спасибо большое. Женечка, дайте вас поцелую. Все, как говорит Михаил Олегович Ефремов, бай. С вами был Сергей Бадюк, его программа «Мое тело, моя крепость» и «Семья Загадовых». Берегитесь.